«Эй, небо, сними шляпу!» Первая женщина-космонавт, герой Советского Союза Валентина Терешкова 6 марта отмечает юбилей. К этой дате партия «Единая Россия» запустила акцию. Все желающие могут лично поздравить легендарную чайку. Открытки цвета неба, на которых написаны те самые знаменитые слова, силуэт ракеты и хэштег «Первая в космосе». Вот так «Единая Россия» и вся страна поздравит Валентину Владимировну с юбилеем. Первую женщину-космонавта в Чувашии хорошо помнят. Она бывала здесь не раз вместе со своим мужем Андрианом Николаевым, летчиком-космонавтом, дважды героем Советского Союза. А их дочь Елена по-прежнему приезжает на родину отца. Отправить теплую весточку Валентине Терешковой решил и Василий Костенков. Не смог себе отказать в удовольствии, принять участие в этой акции и написать несколько теплых, приятных слов культовому человеку, человеку-легенде, который вошел навсегда в историю. Пользуясь случаем, хотел бы уже непосредственно пожелать юбиляру долгих лет жизни, здоровья, мира, добра, благополучия. И пусть она дальше радует нас. Написать свои пожелания можно в общественной приемной «Единой России». Из Чебоксар в Москву отправят около 100 космических поздравлений. Буквально за 1-2 дня уже почти не осталось у нас именно самих бланков открыток. То есть идут люди разного возраста. Более того, нам сегодня позвонили из школы номер 10 имени космонавта Андрея Григорьевича Николаева и попросили хотя бы чуть-чуть немножко открыток оставить для них, потому что для них именно воспитание ребят, воспитание наших школьников в духе покорения космоса является наиболее важным. Акция проходит во всех регионах. К юбилею Валентина Владимировна получит 1 000 000 открыток. Это чуть меньше, чем количество звезд, которые она видела из окон иллюминатора космического корабля. Татьяна Леонтьева, Сергей Адушкин, Республика.